Также платина не реагирует ни с одной кислотой, даже с концентрированной азотной. Однако, если смешать концентрированную соляную и концентрированную азотную кислоту, получится так называемая царская водка, способная растворять платину. Реакция растворения платины в царской водке идет только при нагревании, при этом образуется гексахлорплатиновая кислота, использующаяся как катализатор в органическом синтезе, а также для определения ионов калия. Такую реакцию используют для получения более чистой платины.